Это только показывает, что мы еще не созрели сами до себя. Мы внутри себя в значительной мере как дети, которые попали в музей или в очень ценную лабораторию, которые смотрят на ценный прибор и думают, что это плохо сделанный молоток. Каждый из нас прибор, ценности которого мы еще не можем постигнуть, у которого в любом нашем понимании надо оставить гарантию роста, разнообразия, еще расчета, что еще мы поумнеем. Ведь первое свойство глупого человека – он считает себя умным. Первое свойство умного человека – понимать ограниченность своего ума. Надо понять ограниченность.